Дунь, если вы хотите меня убедить, что Путин адекватен русскому народу, то убеждать не надо, он абсолютно адекватен. Другое дело, что с такими вождями Россия обречена на вечное отставание и нищету. А я не хочу. Я не хочу. И более того, да, большинство народ так считает. А я считаю по-другому. Мне что, теперь подстраиваться под большинство? Я не буду подстраиваться. Просто не буду. Зачем мне это надо? Я лучше буду говорить правду.